Good evening, 47. Прости, Джо в сделку не входил. Поклянись, что все, что ты сказал про цикад, правда. Зараза. Летя в гребаное небо, ты думал, что схватился гузовертлявую жопу. Закончи то, что начал. Наша жизнь прекрасна, брат. Вот бы она не менялась. И никогда не меняла нас. I'm getting too old for this nonsense. Я знал, что мы с тобой договоримся. Пиздец, Ви, ты охуела. Ви? Ви? Пасифика зовет. Если тебе так важно туда попасть, сегодня твой счастливый день. Тебе что-то подвернулось? Ну, как я и говорил, что им не попытаешься втюхать, они это в гробу видали. Зато у них появился один заказ. Вот я и предложил тебе. Сделай все хорошо и удостоишься аудиенции у Брижит. Ладно. С кем и как мне связаться? Найди часовню на Слоун и подойди к алтарю. До тебя дотронутся или кивнут тебе. Что-нибудь такое. Понятно, спасибо. Добро пожаловать в Пасифику, Би! Оперативно. Я только прибыла. Это бизнес. Надо быть на связи. Zoli, été posé avec la paix. Tout le monde ici là te connaît, Michel. L'été dernier, nan nous, tu t'es songé la vie sous il là. Avant la meilleure levée dans le collet, l'été la caille. La caille pep noir. Où tu veux se passer? Bagay vient changer. Ты, Ви, мы тебя ждали. Как ты узнал, кто я? Неужели по прическе? Мы пасли тебя с тех пор, как ты пришла в Пасифику. Боялись, что я тут потеряюсь? Лукадиза. Другого места не было? Не люблю похороны. Не бойся ты так, Краш. Эти похороны не твои. Это ты заказчик? Мне наконец расскажешь, что надо делать? Я просто посредник. Ты узнаешь все. Скоро. Интересно, вы ведете дела у себя в Пасифике. Никаких деталей, никаких имен, никто ничего не знает. Мы знаем твое имя. Этого достаточно. Кто умер? Это как-то связано с заказом? Думаешь, мы проводим эти похороны для тебя? Хм. Что вам надо? Смотрите, одна ли я? Какой у меня хром? Это что, проверка? Со многими мы работаем с детства. Мы знаем их ангелов, а тебя мы не знаем. Мне нужна Брижит. Она где-то здесь? Нет. Иди в торговый центр у перекрестка. Там внутри будет мясная лавка. Найди Пласида. Он тебе все расскажет. Moi, je ne connais pas. Il te semble très déterminé. Oh, il n'a pas changé l'idée. T'en coup tout le temps. C'est pas tant ça. Oh, vous voulez pour moi parler avec lui, pas vrai? Ok, pas de chance. Vous правда продаете тут мясо? Серьезно? Ou actuellement, vous voulez acheter quelque? Qui ça l'a fait là? La PC est bien intelligent, il semblait. По-креольски я говорю так себе. Yo parle mille langues dans la cité. Nous-mêmes, nous parlons seul grain. Не повезло мне, да?
так сюда рвалась, я ничего не понимаю. Comme translation, pas maintenant. Мне нужен Пласид. Пласид. Garde ici là. Do do ti pi ti mama. C'est au même, continuez. Pласид, garde là. Ты Пласид? Я к вашему главному. Киса умер. Кстати, я о вас кое-что слышала. Говорят, вудуисты лучшие нетранеры в городе. Но слухам верить себя не уважать. Никто толком не знает, что вы делаете в сети. Это хорошо. Самый продвинутый черный софт, взлом корпоративных баз данных, сетевые войны с дозором. А вот про куриц никто не говорил. Хочу поговорить с Брижит. А пришла ко мне. Давай поговорим про заказ. Да, но не здесь. За мной. Куда мы идем? Что это? Клубок неразрешимых противоречий? Туне! Фунуте ее! Сюда. Сепа! Туне на вилла! Пасифика! Вот это Пасифика. Ты знаешь Пасифику? Нет. Вы не то чтобы расстилаете ковровую дорожку для всех желающих. Этот район строился, чтобы пиджаки тратили здесь деньги. Замкнутый круг. Корпораты кормят курицу. Она несет звонкие эти. На Эдди покупают больше куриц. Нас интересует ГИМ. Grand Imperial Mall. Самый большой и уродливый храм жадности в Пасифике. Недостроенный. До прошлой недели он был заброшен. Стоял пустой. А сейчас? Туда забрались животные. Устроили логово. Пласид, пятилетний. Ух. Подписывай. Гелотки гели пима. Петет, менса сепу. Нам полно пуё японс. Месси. Пошли, уже недалеко. Раньше имела дело с животными? Да, пару раз. Вы хотите, чтобы животные ушли из ГИМа? Поэтому я здесь. Скоро сама все узнаешь. Вообще-то им нет смысла там сидеть. В самом центре Пасифики. Без прикрытия, без связи. Это ваша территория. Сюда даже копы не суются. Угу. Может, вас пытаются обмануть? Спровоцировать на глупость? Они оттуда не выходят. Сколько их там, примерно? 30, может больше. Венина, нам сюда. Ты сиди. Когда я увижу Брижит? Потом. Сначала заказ. Что не так? Сначала, блядь, скажи, что ты хочешь сделать! Ты взяла заказ. Делай, что я скажу. Так что давай, подключайся. А то что? Позовешь следующего желающего? Ви, последний рывок, финишная прямая, прекрати. Не нравится мне все это. Но хоть кто-то не будет тебе по ушам ездить.
Что-то мне подсказывает, друзьями мы не станем. Нет искры. Как-нибудь переживу. Эвелин Паркер. Знаешь такую? Она не из нас. Работала на вас как-то. Почему вы своих в ГИМ не пошлете? Не наш метод. И как же вы справляетесь? Чаще хорошо, чем плохо. Виктор, твой хромовый шаман? Ты что, с ним знаком? Мне это не нужно. Железо дрянь. Поменяй его. О, ты тоже в Риперы записался? Это вообще важно? Или ты пытаешься меня запугать? Я тебя проверяю. Надо знать. Этот чип. У него нет сигнатуры. Для чего он? А, неважно. Он все равно поврежден. Как? Я получила пулю, чип перестал работать. Вот как. Ты ни разу не спросил ни про опыт, ни что я умею делать. Мы не корпорация, карьеру не предлагаем. Ты выполнишь для нас только одну задачу. Ну, что скажешь, я гожусь для работы? Угу. Камьюнет. 20:35:07. 3 секунды раньше. Бум. Мы хотим знать, откуда камьюнет приехал. Фургон явно сделан на заказ. Мы и сами догадались. Я просто пытаюсь сопоставить факты. Вы все это писали сами? Камеры наблюдения, спутники корпоратов. Пишем со всего. Кроме того, что в ГИМе, правильно? Довольно навороченный фургон. У качков таких не водится. Его хорошо стерегут. Что бы там ни было, это важно. Фэмэ Потля. Похоже, животные тут ни при чем. Они просто охранники. Их наняли. Кто-то с полным фургоном на транерских приблуд. И мне надо узнать, кто это. Угу. Начни с камьюнет. Не светись. Просто смотри, что происходит. Я подключу тебя к Загве нашей сети. Что? Зачем? Через Загве я буду слышать то, что ты слышишь, и видеть то, что ты видишь. Я пройду тебя через ГИМ. Еще один голос в башке. То, что Рипер прописал. Мы знаем, кто этот раннер. Чего хочет? Надеюсь, ты узнаешь. А, следить за мной будешь? Вот оно, доверие. Ладно, что еще мне нужно знать? У Мола стоят наши. Они скажут, как попасть внутрь. И сколько я за это получу? Как будем рассчитываться? Хэн сказал, денег тебе не надо. Как я понял, у тебя проблема. Закончишь с ГИМом, Брижит решит ее. Ага, условия изменились. Теперь мне надо работать мишенью на территории врага. Так что мои ставки повышаются. Хм, посмотрим. Не обещаю. Ладно. Если я все сделаю, ты точно приведешь меня к Брижит? Да. Сокти в конце коридора. На лифте вниз. Наши тебя пропустят. Мы закончили. Смотрю, вы не любите чужих. Таких, как ты, видно. То есть, мне лучше быть начеку? Угу. Точно. Брижит знает про встречу? Или ты всю эту кашу заварил сам? Я же сказал, время придет, и Шифин с тобой поговорит. Кстати, давно хотела спросить, почему вудуисты? Вы же не верите в вуду. Спроси тех, кто нас так зовет. Значит, вы зовете себя по-другому? Ага, но ты мне не скажешь как. Ясно. Ви? Слушаю, что? Проверяю соединение. Хорошо слышно? Угу, вроде да.
Это мои люди. Поговори с ними. Ты Ви? Они знают, что вы тут? Мы у себя. Это наш дом. Нам не надо быть призраками. Это тебе надо быть призраком. Тихим, невидимым. Где вход? Мне сказали, вы знаете. Да, в гараже. Сзади. Только тсс, тихо, ладно? Что-нибудь интересное происходило? Нет, пока мы здесь, все тихо. Никаких перемещений? Ну, они выбрались за едой один раз. Так, я внутри. Вижу. Проверяй камьюнет. Ладно. В коридоре камера. Обойди. Она рабочая? Ты говорил, мол, давно заброшен. Теперь уже нет. Животные починили. Гляди, ты всегда можешь сделать вот так. С новой моделью так не прокатит. У этого датчик движения. Он реагирует только на действия. У новых моделей симуляторы мышечной памяти. Они реагируют на намерения. То есть новые знают, что я буду делать еще до того, как я начал? Окей, вижу фургон. Эй, я у фургона. На трайлера тут нет. Я вижу, что ты видишь. Молчи. Так, подключайся к фургону. Раз уж ты видишь то же, что и я, скажи, на что я смотрю. Потоки данных в Пасифике. Они ищут Агве. Кто эти они? Дозор. Они ведут на нас охоту. Что именно им нужно? Внутренние базы данных. Если наш лед треснет, они возьмут всю Агве и всю сеть. Мы вернемся в темный век Бартмоса. Что, все так плохо? Не знаю, сколько они данных собрали, но их карта не закончена. Они еще подтверждают источники. Ладно, в чем моя задача? Добраться до агента. Его легко найти. Смотри на карту. Он в кинотеатре. Уходи. Это не твоя война. Нет. Что? Пласид, что? Он нас отрезал, отбросил. Я дал тебе еще лед. Пока все под контролем. Но ничего не взламывай. И что теперь? Он знает, что мы видели карту. Найди его. Так. А что делать, когда я его найду? Я скажу. Агент хочет тебя отрезать. Животные скоро будут здесь. Заберись в шахту лифта и выйди в фойе с левой стороны. Так тебя не заметят. Сейчас осторожно. В чем дело? Скоро встретишь врага, сразу ее сканируй. Все так плохо? Должны быть слабые места. Мои люди уже прочёкали. Thank you.
Ласид, в чем дело? К тебе ломится агент. Я им займусь, не отвлекайся. Сосредоточься. А ты заткнись! Теперь дозорный. Думаю, с нее хватит. Подключись к нему. Нужны их данные. Ясно? Сначала. Ласид? Эй, тише, тише. Это чё? Что ж, теперь он нам не помешает. Я оборвал связь с остальной Пасификой. Выиграл немного времени. Решай! Главное, чтобы это было быстро! Сначала ты хотел меня обнулить. А теперь, значит, поговорить решил? Ну, какое обнулить? Просто отпугнуть. Но я тебя недооценил. Все, давай перейдем сразу к делу. Говори, кто ты такой. Брайс Мосли, особый агент Дозора. Поговорим? У тебя был пассажир, да? Он все видел и слышал, отдавал тебе приказы. Не знаю, сколько вудуисты тебе платят, но наш кошелек толще. Прости, с корпами не работаю. Прекрати, все работают. Скорее всего, ты тоже. Я мог бы доказать это прямо сейчас, но будет жаль обрывать такой интересный разговор. Не интересует. Деньги тут ни при чем. Мне нужна мама Брижит, главная вудуистка. Брижит и ее прихвостень Тинептун заморожены еще с тех пор, как мы установили вокруг их сети лед. А тебя, если я правильно понимаю, отправили их освобождать. Знаешь, почему тебе этого не сказали? Потому что ты враньон. Так они называют чужаков, которых нанимают. Половые тряпки. Когда заканчиваешь работу, тебя убирают. Судьба всех враньонов. У тебя есть доказательства, что вудуисты хотят меня кинуть? В смысле хотят? Они уже кинули. Тебе через личный порт с пассажиром загнали вирус. Ты посмотри, гладко стелет, скотина. Обрабатывает тебя в открытую. Я проверяла. В системе все чисто. Да? Тогда проверь еще раз. Проведи диагностику. Ладно. И? Все окей. Никаких следов. Сделай еще раз и сравни с последним результатом. Идентичны, да? Угу. Это не настоящий скан, это копия. Что сейчас с Брижит и этим, как его, Нептуном? Сигнал идет. Видимо, вудуисты на своей стороне поддерживают в них жизнь. Но они вряд ли смогут делать это вечно. Это верно. В какой-то момент Брижит и Ти станут бесполезны для нас. Мы пытались зайти в сеть вудуистов через их интерфейс, но Брижит оказалась упорной. Она нанесла пару ударов нашей системе, пока мы ее обезвреживали. Применила против вас ваши методы? Ага. А зачем вы собираете данные нанотранеров из Пасифики? Такая работа. Вам нужна Реза Агве. Независимая сеть, которую вам не разрешают охранять и защищать, да? Не бывает независимых сетей. Если вудуисты пробьют черный заслон, плохо будет всем, так или иначе. Ладно. Что ты предлагаешь? Разумный компромисс. Я выловлю вирус вудуистов из твоей системы, а потом освобожу Брижит и Ти Нептуна. Они проснутся, как ни в чем не бывало, даже и не вспомнят. А ты просто меня отпустишь. С данными, конечно.
Ну что, решай быстрее. Окей, давай. Я знал, что мы с тобой договоримся. Пиздец, Ви, ты охуела. Чуть не забыл. Наемница уходит. Не трогайте ее, она теперь с нами. Надеюсь, обойдется без проблем. Удачи. Думаю, еще встретимся. В чем дело, Ви? Ты не в сети. Ничего не вижу. Брижит и тот второй. Они вернулись? Кто тебе? Да, мама Ви проснулась. Отлично. Мне с ней надо поговорить. А что с дозором? Я разобралась. Мои люди ждут у входа. Мы отвезем тебя к Пласиду. Поехали. Почему ты не пошла по плану? Задача была взломать агента, не помогать ему. Ты со всеми так работаешь? Пытаешься подставить? Хулем саль! Тебя купил дозорный пес? Что он сказал? Говори, или я тебя вскрою и посмотрю, какого червя тебе запустили в Андан. Давай, рискни. Асе, надо уходить. Не знаю, что планирует дозор, но это еще не конец. Тебя беспокоят агенты? Тогда прострели ей башку. Мы не знаем, что в нее заложили, какой вирус у нее в системе. Ты не знаешь, что там было вначале и сколько это стоит? Знаю. Я ее сканировал. Обычное вшивое раньем. Али, менен мун юнан кавоа. За мной. Ты, наверное, Брижит? Сложно было тебя найти. У тебя ко мне дело. Получается, ты знаешь про биочип? Если он работает, мы хорошо заплатим. Вот почему ты со мной говоришь. Потому что у меня биочип. А не потому, что я тебя вытащила. Была бы я просто Раньон, вы бы меня уже давно убрали. Пласид думал, ты обычная неудачница с улиц. Поэтому он тебя выбрал. Но ты знала о чипе. И все равно рисковала жизнью в Гиме. Угу. Прямо как ты. Только я оттуда выбралась сама. Он поврежден. Поэтому я и здесь. Пока я не нашла никого, кто мог бы вытащить его и не превратить мой мозг в сопли. Вы заказали его выкрасть. Значит, много о нем знаете. Должны знать. Откуда ты это знаешь? Как ты нас нашла? Эвелин Паркер. Знаешь такую? А, кукла. Шлюха. Ты нашла нас, потому что она тебя к нам привела. Хоть на что-то эта девка в итоге сгодилась. Так вы можете мне помочь или нет? Можем, конечно. Только не здесь, а в крипте. Нужен доступ к биочипу. Нас интересуют данные. Потом мы займемся тобой. Я вроде бы и так достаточно для вас сделала. Другого способа нет. Чтобы достать биочип, надо его осмотреть. Иначе вы ничего не получите, если облажаетесь. Я дала слово. Мы тебе поможем. Тогда ты первая. Надо же, вы так любите это место. Хотя, если честно, со стороны вы не похожи на набожных. Богов мы оставили на Гаити, теперь мы справляемся без них.
Сюда. Как так вышло, что Пласид не знает о биочипе? Он ничего не понял по сканам. Немногие знали о налете на Кампеки. Пласид не знал, он... Юбетиба. Дозорный не заметил, что у тебя биочип. Странно. Он тебя просканировал? Нет. А что? Это осложнило бы работу. Это бывший туннель метро? Нет. Часть межконтинентальной маглевной системы. Все штаты были соединены. И система, и сеть распались после войны. Vieux courant. Бон. Мы введем тебя в киберпространство. Там ты сможешь взаимодействовать с конструктом. Откуда мне знать, что я вернусь? Есть какие-то гарантии? Ты будешь в нашей цифровой крепости под надзором. Под вашим надзором? Если бы ты знала, что можно встретить в сети, не пыталась бы спорить. Чем это отличается от простого нетранинга? Интерфейс показывает слои данных прямо из сети. Их можно считывать. Обычные нетранеры видят только карту. Им недоступно то, что под поверхностью. Оборудование слабовато. Так, секунду. Сначала объясни, зачем вам понадобился Сильверхенд. Мы хотим связаться с Альт Каннингем. Она была близка с Сильверхендом. Альт? Чип, который хранила Арасака, единственный путь к ней. Альт Каннингем. Слышала о ней. Да? Где? От кого? А как вы хотите связаться с Альт? Мы выделим с биочипа уникальную часть энграммы Сильверхенда. Альт ее узнает. Если годы за черным заслоном сохранили в ней что-то человеческое, она ответит. В смысле? Ты не говорила, что нужно будет штурмовать черный заслон? Только что сказала. Дирекция коннекте. Коннекция экстаб. Слушай, можешь рассказать, чего вы хотите от Альт? Только она одна знает безопасный путь за черный заслон. Когда придут перемены, мы хотим быть с победителями. Перемены? Когда создали черный заслон, все думали, что этого хватит, что лед отпугнет диких искинов. Но прогресс идет, его не остановить. Скоро катастрофа повторится. Обязательно. И очень скоро. Корпорации даже не замечают опасности. Но мы будем готовы. Что вообще такое черный заслон? Я знаю, что... Ты знаешь, что говорит сетевой дозор. Последний бастион против эскиинов после войны. Победа человечества над хаосом. Узнаю рекламу дозора, которую гоняют по субботам. Только черный заслон тоже эскиин. Условия его работы не пропускать ничего с обеих сторон. Если бы эскины думали, как люди, его бы сочли предателем. Джонни, похоже, ты будешь приманкой. Тебя это устраивает? Да мне похуй, делай, что говорят. О, нет, только не ванна. Мы должны подготовить тебя к прыжку в сеть. Ты не привыкла к таким перегрузкам. Не выпендривайся, Ви, делай, что она говорит. Я не хочу, чтобы меня замкнуло. Можем работать. Леон, avec Jean-Philippe. Ну, что теперь? Джонни. Il paraît. Va replonger. Ah.
Где это мы? Это наша борда, цифровая крепость. Мост в глубокую сеть. Тут все такое живое. Настоящее. Киберпространство все время движется, меняется. Интерфейс подстраивает поток данных под возможности твоего мозга. Но ты совсем особый случай. Ты сейчас видишь больше, чем я? Да. Киберпространство всегда такое. Тобе. Ладно. Что теперь? Можно начинать. Все готово. Мы усилили твою связь с нейронной сетью Сильверхенда, чтобы взять фрагмент конструкта. Нам нужны данные об Альт. Только о ней. Это займет всего... Брижит! Что происходит? Вообще-то тоже. Больше никто ко мне не приебывается. Остальных просто достало что-то доказывать. Они поняли, что с тобой разговаривать бесполезно. Ты, блядь, поехавший. Ты знаешь, зачем я это делаю? Нет, нет, не знаю. Ты допрыгаешься, и Арасака сама наступит на горло твоей песни. Но идеи-то только у меня есть. Так что если тебе... Как всегда, нечего предложить. Отъебись! Блять. Это из-за концерта или Керри? А? Ты же говорила, что не придешь. Не собираешься. Я передумала, милый. Посмотри на себя. Аж вспотел от злости. Это было классно. Да. Даже жаль, что у нас ничего не выйдет. Тебе обязательно надо все запарывать, а? К
каждый, сука, кайфовый момент испортишь. Для тебя кайфовый, а на меня насрать? Тебе вот обязательно вести себя как скотина, Джонни? Чего тебе сегодня так накрыло, а? Не только сегодня. Мне казалось, творческие люди должны улавливать намеки. А тебе хоть бы что? Нормально же общались. Что тебе не нравится? Обижаешь, подруга. Ты же знала, на что подписываешься. Ладно бы ты был просто харизматичный, самовлюбленный мудак, Джонни. Ладно бы ты гнался за своей мечтой, как ненормальный. Я бы слова не сказала. Но? Но все это фикция. Как и этот концерт, как и ваш самурай. Это фальшивка, обман зрения. Ты не рокер, Джонни. Просто прими это. Ты мог бы стоять на улице, как эти несчастные торчки, пускать пену изо рта и скандировать смерть Арасаки. Понятно. Ты типа видишь меня насквозь. Ты знаешь, о чем я. Но перед собой тоже притворяешься. Это у тебя офигенно выходит, притворяться. Ты, наверное, что-то попутала. Мы встречаемся, чтобы трахаться, а не чтобы ты ебала мне мозги. Ты просто боишься, что ты, что Керри. Только у меня есть яйца, чтобы бороться против Арасаки. И это вас пугает. Всех вас. Конечно, Джонни. Никто во всем Найт-Сити тебя не понимает. В этом и проблема. На сегодня я уже наебался под завязку. Так что можешь выметаться. Знаешь, мне казалось... Так что просто заткнись, пожалуйста, Альт. Помолчи хоть раз, окей? Неужели так трудно? Ты безнадежен. Ты ни хера обо мне не знаешь. И нас ничего не связывает. Пожалуй, кроме секса. Эй, ты куда? У меня встреча. Силлерхед! Эй! Мощно Альт. Выступил! Не надо. Хватит. Насколько еще ты будешь дуться? Пойдем отсюда. Выпьешь с нами по капельке, Сильвер Рокер? В другой раз, Чумбы. А если другого раза не будет? А? Джонни! Нет! Ну давай, подъем. Сколько лет, сколько зим. Сколько? Недели две прошло, как я тебя собирал. Я успел соскучиться.
Не пизди. Я кому повторный осмотр назначил? Мог бы хоть позвонить, тупорылый ты говнюк. Он мне как сын. Я уж вижу. Ну и что там со мной? Я всунул тебе в жопу столько трубок, что там теперь чисто коктейль-бар можно открывать. Еще пришил синтетическую печень, а то твоя выглядела как бумажный пакет с говном. Супер. Теперь буду жить вечно. Практически. А где Альт? Какая Альт? Она была со мной. Он привез только тебя. Сука, ее забрали. И что, никто не видел? Спасителя своего спроси. Говорит, его зовут Томпсон. Это был ты в Уотсоне. Надо поговорить. Так, ладно. На соплях, но держится. Посиди тут хотя бы пару часов, а то швы разойдутся к херам. Ага. Джонни. А, в пизду. Все равно не послушаешь. Рассказывай. Они приехали за ней. А ты просто... был рядом. А ты стояла задумчиво, дрочила из-за угла, размышляя о смысле жизни. Если бы я вмешался, нас бы покромсали обоих. Скорость реакции у парня заметил? Не успел, скорее всего. Такие запчасти, как у него, на дороге не валяются. Так, чего ты хочешь? Зачем ты меня вытащил? Откуда такой альтруизм? Ищешь материал для своей газетки? Нет. Материал у меня уже был. Только его запихнули в фургон и увезли, черт знает куда. Ты... будешь с этим что-то делать? Она вроде твоя девушка. Не твое собачье дело. Сам не уверен. Я слышал, что не все гладко в датском королевстве. Мне так-то не интересны ваши сердечные драмы. Я хочу знать, зачем ее забрала Арасака. Думаю, Альт – случайная жертва. На самом деле им нужен я. Ты вообще знаешь, кем она работает? Она чуть ли не лучший нетранер в городе. Ну и таких дохера. Арасаку может интересовать только то, что ее ебет Джонни Сильверхенд. Она работала на ITS. Делала для них очень хороший черный лед. Такой, что не расколешь во всех смыслах. Арасака охотилась на нее. Обычная межкорпоративная разборка. Погоди-ка. Альт хотела встретиться с тобой. Угу. Просила, чтобы я ей помог. Были причины. Корпораты давно за ней охотились. Но до этого она как-то уходила от их клинков. То есть она боялась и пошла к тебе? Ага. И я начинаю понимать, почему. Окей. И чего они хотят? Слово «душегуб» тебе о чем-нибудь говорит? Конечно. Не у каждой городской легенды такое хуевое название. Это не легенда. Душегуб существует. И твои чумбы из Арасаки уже взяли на работу его создательницу. Ты только представь, что Арасака будет творить с душегубом. Подумать страшно. Ты понимаешь, о чем я, Рокер? Они нагнут нас всех. Остальное расскажешь по дороге. Ты мне не веришь? История стара как мир. Арасака хотела меня спровоцировать. У нее получилось. Ну а ты чё? Пойдешь со мной? Куда? В Арасака Тауэр. Отбивать Альт. Вдвоем? Тебя так сильно об асфальт приложили? По дороге заскочим в Атлантиду. У меня там свои люди. Я буду в машине.
Только давай быстрее. Подождешь. Сколько надо. Где бестия? Сядь. Не рыпайся. Сильверхенд! У меня тут счет с твоим автографом! Ты видел бестию? Она наверху. А я слышал, вы уже не... Это ты ослышался. Ёбаный брод. Джонни, можешь помочь? Ты же вроде со мной не разговариваешь. Да ладно. Сейчас вот разговариваю. Что теперь? А теперь можешь идти нахер. Ты видела, с кем он разговаривал? Мне нужно имя, и все. А, уже не помню, извини. Нет, этого хватит. Джонни. Энгельс, как дела? У них какая-то закрытая встреча. Бестия тоже там? Да, но... Понял, понял. Закрытая встреча. Да я только спросить не ссы. Ненавижу этот город. Этих скользких фиксеров. Этот ёбаный бар. Хм. А где бы ты хотела быть? Я могу увести тебя на равнины, по которым кочует мой клан. Заказов там, конечно, немного, но... Мне кажется, мы найдем, чем заняться. Мы уже это все обсуждали. Я сказала нет. Сегодня нет. А завтра будет видно. Джонни. Я тебя не знаю. Это не проблема. Главное, что все знают Джонни Сильверхенда. Нужна твоя помощь. Мы ждем клиента, который не хочет светиться. Ага, настолько, что решил не приходить. Тогда и нам нечего тут сидеть. Ты же не злишься на меня? За что, Джонни? За то, что ты мне напиздел и подставил моих людей? Или за то, что ты ебал еще трех баб за моей спиной, пока мы встречались? Новый партнер. Знаешь, эта твоя обаятельность переоценена или поистерлась с возрастом. Так у тебя какой-то заказ, Рокер? Или ты просто языком потрепать пришел? Не думай, что я не понимаю. Было всякое. Но у нас сейчас нет времени на чувства. Я не тороплюсь. У меня заказ. Срочный. Но я хорошо заплачу. Сколько? Не лезь. Это не твое дело. Мое. Рокер готов раскошелиться. Ты что, не видишь? Нет у него никакого заказа. Он пришел поиздеваться. В прошлый Значит, раз он... в этот раз будь умнее и возьми деньги вперед. Ну так сколько, Рокер? Дело связано с Арасакой. Я пойму, если вы не возьметесь. Хотел заинтересовать, получилось. Если ты хотел получить скидку для друзей, это не ко мне. Да ладно. Вы же только ищете повода устроить махач с корпоратами. Так-то да, только не за даром. Такие приколы только для рокеров. Я плачу по двойной ставке. По тройной. И сам идешь с нами. Если она тебе не доверяет, то и я тоже. По рукам.
Хорошо. Срочный заказ, говоришь? Джонни, ты что, не видел, что тебя пасли? Мистер Сильверхенд, пойдешь с нами. Хочешь отвезти меня к Альт? Так я и думал. Он на меня напал! Хочешь поиграть? Со мной? Да ладно! Это так же популярен. Несем большие потери! Сука! Давай, гриф! Надо сваливать отсюда! Скорее! О! Хорошо. Мы победили. Неудивительно. Быстро в лифт! Когда мы закончим, хоронить будет нечего. Сколько тебе еще ждать? Я тут немного занят. Снизу их будет еще больше, поверь мне. Ты объявляешь войну целой корпорации! Мы парканулись снаружи. Ты с нами? Меня Томпсон ждет в машине. Кто? Журналист. Ты не знаешь. Я прикрою! Нам надо вытащить из Арасаки. Нетранершу из ITS. Альтганнинген. О, понятно. Ее, наверное, отвезли в башню. Чем дальше, тем лучше. И что вы хотите делать? У вас есть какой-то план? Да, отвлечем их. Немного пошумим. Сыграем у Арасаки под самыми окнами. Отожжем так, чтоб стекла повылетали. Этот концерт все запомнят. Количество человек, пострадавших во время беспорядков, по-прежнему остается неизвестным. Наши корреспонденты, которые находятся рядом с Арасака Тауэр, сходятся в том, что на площади было распылено психогенное вещество, изменившее поведение людей. Неплохо. Ты что, снимаешь все это? Да. А что? Хочешь передать привет маме? Делай, что хочешь. Только не мешайся. Давно знаешь этого Томпсона? Ну нет. А что такое? Не нравится он мне. Пресса всегда к неудаче. Чего? А представь, если его запись по закону подлости найдут. Запись, где мы бегаем по Арасака Тауэр. Подумаем об этом, когда выйдем отсюда. Давай, у нас мало времени. Я бы не советовал шутить с модификацией. Центральный компьютер. Надо его найти. Ладно, слушай внимательно. Хуесосы! Кто-нибудь, займите эту позицию! Только не меня! Я
Я жить хочу! Секунду, я что-нибудь придумаю. Прикрой меня! Должно быть где-то здесь. Турель, я под крылом! Хочешь поиграть? Со мной! Давай! Вот и все. На этой двери столько брони, чтобы с танка не пробьешь. Есть идеи? Дай-ка я. Ах ты, сука! На-ка. О, теперь три, понимаю, два, один. Где? Настоятельно рекомендую ей не мешать. Что ты сделал, Сальт? Я посадил ее работать над проектом всей жизни. Иди-ка ты к хуям. Альт. Альт, нет, только не это! Она... Сука! Джонни. Ты совсем охуел? Ты что, еще пишешь? Это... Не изменишь. Она не... Джонни! Прекрати уже! Убить его хочешь? Нам надо идти. Джонни! Она умерла. Ну, говори, а то лопнешь. Вау. Тебе тогда не присвоили звание мудак года? Да ты, блядь, про что сейчас? Про Альт. Ты всегда так себя вел? Поговори еще тут про Альт. Ты чё, блядь, другой флешбэк смотрел? Да я ради нее разъебал Арасака Тауэр. Интересно, зачем? Правда? Ты же ее, считай, послал. Сказал, что нахую ее вертел во всех возможных смыслах. Ты вообще слышал, что она мне говорила? Могла ведь просто уйти, но нет, сперва по яйцам вдарила. И я просто пытаюсь разобраться. Ты пошел спасать ее, потому что все-таки любил? Или ты хотел отомстить? Или нашел предлог опять пойти на Арасаку? Угадай. А ты никогда не думал, что она права? Защищаешь ее? А что так? Ты теперь борешься за женскую солидарность? А вот уж кто бы говорил. Это в каком еще смысле? Вспомни, каким ты был в 20-х. Неужели ты ничего не понимаешь? Нет. У меня какое-то дежавю. Ты такой же идиот, как она. Почему тебя ебет, что было в 2020-х? Потому что ты ее ищешь. Чтобы попросить о помощи. И вообще, ты тут как бы не один. Мог рассказать и раньше, про Альт. А что бы это изменило? Я не знал, как ее найти, и ты тоже. Ну, я бы узнала, кого мы ищем. Уже стало бы попроще. Только как в итоге Альт нам поможет? По-моему, ее убили. Она не умерла. Она ушла. Сбежала. Ну, я же видела... Она ушла от них в сеть. Да ты гонишь. Я наслушалась про гениальных нетранеров, сбежавших в большую прекрасную сеть. Не думала, что ты веришь в такую херню. Я не буду тебе ничего доказывать. Просто делай, что я говорю. Когда ты узнал? Альт вышла на связь немного позже. И? Что сказала? Что ей не вырваться из сети Арасаки. Но они ей... ничего не сделаю. И вообще попросила больше ее не искать. Да? Чё так?
Она хотела, чтобы в этот раз я им все простил. Потому что и так уже много людей погибло зря. И что ты сделал? Для начала купил 2 термоядерных заряда. И вернулся в Арасака Тауэр. Думаешь, Альт еще жива? 50 лет прошло, а ты все это время сидел в Микоши. Дозор мог уже давно ее выследить. О, они пытались. Корпоратские крысы ничего не могли сделать свободному ИИ, который знал, как думает человек. Пока они искали ее в Хрустальном дворце, она строила ебаный город духов для Кантао. И бестия пошла. С тобой. Я хорошо ей платил. Ты ж говорил, она лучше. Она могла и отказаться. Интересно, по какой такой причине она решила работать на рокера-суицидника? Мало того, который постоянно огребает от Арасаки. Видишь ли, тогда по-другому было. Наемники не продавались корпорациям. Достаточно было крикнуть «Ебео мать и Арасаки!» И все бы сразу обкончались от восторга. И бестия тоже. Вудуисты вроде бы знают, где она сейчас. За черным заслоном. Там, где ее не достанут. Брижит ищет способ за него проникнуть. Просто, чтобы найти Альт и поговорить с ней. Ты, наверное, не потянешь. Прошло явно больше минуты. Я увидела большой кусок жизни Джонни и Альт. Вероятно. Данные, которые были связаны с Альт, оставили яркий след в памяти конструкта. Очень яркий. И эти воспоминания вызвали сильную эмоциональную реакцию, которая спроецировалась на твое сознание. Да уж, эмоции были через край. В каком состоянии конструкт? По уцелевшим данным, Альт увидит, что он аутентичен. Что это вообще значит? Так что, у нас получилось? Да, мы получили нужный фрагмент из энграммы Сильверхенда. Теперь все готово для связи с Альт. Сначала нам нужно пройти дальше. Туда, где уже нет границ. Черный заслон. Немногие переходили на ту сторону. Никто не возвращался. Она будет первой. То есть, получается, вы понятия не имеете, что на той стороне? Мы скоро это узнаем. А вот тени, которые я вижу... Это дикие искины. Пытаются найти проход. Я выполнила свои обещания. Твоя очередь. Давай ты удалишь энграмму Джонни до того, как мы перейдем через эту стену. Мы не пойдем туда. Ты одна перенесешь код на ту сторону. Как я не догадалась. Похоже, ты с самого начала не собиралась мне помогать, да? Теперь это не имеет значения. Ты доведешь дело до конца. Видимо, выбор у меня небольшой. Але. Как мне перейти на ту сторону? Брижит! Они взломали наши порты. Мы не имеем к этому отношения. Дозор.
Что? Здесь дозор меня не доставит. Это правда ты. Так что это было-то вообще? Ты не смогла их просто убрать? На этот раз дозор хорошо подготовился. Сука, наверное, Мосли постарался. Что стало с Брижит и водуистами? Мне пришлось их удалить. Дозор атаковал меня через их порты. Удалить? Значит, они умерли? Все? Что, вдруг стало жалко этих хуесосов? Блять, это я привела сюда дозор. Их агент, наверное, подкинул мне трекер, по которому они нас выследили. Ага, сделал вид, что удаляет вирус водуистов, а сам заменил его на свою херню. Так они и добрались до тебя. Это не имеет значения. Вся подсеть была уничтожена. Альт, если ты вытащила нас оттуда, значит, у нас с тобой все нормально? Ты на меня не злишься? Я распознала код твоей энграммы, но мне неизвестно, зачем ты здесь. Хочу получить должок за то, что вытащил тебя из Арасака Тауэр. Ви, это Альт. Лучший нетранер в Найт-Сити за всю его историю. Альт, это Ви. Ты должна спасти ей жизнь. Этот чип постепенно меня убивает. Конструкт прописывает свои данные поверх моей нейронной сети. Я вижу. Почему ты считаешь, что мне это важно? А хули нет-то? Это ты создала душегуб. Ты вручила Арасаке ебучее супероружие, которое поджарило мозги мне, тебе и половине раннеров Найт-Сити. Ты погиб исключительно по собственной воле. Ты серьезно, Альт? Я пошел за тобой. И теперь ты говоришь, что тебе это все не важно? Да. Альт Каннингем, которую ты пошел спасать в Арасака Тауэр, больше не существует. Ты должен знать это лучше всех, потому что ее смерть на твоей совести. Джонни не виноват в твоей смерти. Откуда ты можешь знать? Я видела его воспоминания. Это была случайность. Ты видела не более, чем его субъективную версию произошедшего. Образ событий, который остался в его подсознании и деформировался за годы воспроизведения. Его версия не имеет ничего общего с истиной. А кто ты тогда, если не Альт? Я пользуюсь данными ее энграммы. Круто. По ее энграмме написано, что она была равнодушной сукой. Может, вы попозже с этим разберетесь? Не знаю, чего именно я ждала от встречи с тобой, но уж точно не ссоры виртуальных любовников. Ты сейчас только хуже делаешь. Хуже быть уже не может. Ладно, я поняла, ты ненавидишь Джонни. А что насчет меня? Я не могу тебе помочь. Или не хочешь? Не могу. Чтобы это сделать, мне понадобится доступ к более сложным технологиям. В смысле? Это же твоя программа. Ты создала душегуб. У программы, которую я создала, мало общего с тем, что потом сделала из нее Арасака. Ладно, что думаешь про Микоши? Там достаточно сложные технологии. Если бы у меня был доступ к Микоши, ее бы уже не существовало. Отлично. Тогда давай так. Мы пустим тебя в Микоши, а ты поможешь ей. Согласна? Лучший в истории нетранер Найт-Сити не может сам пробраться в Микоши? Меня там слишком хорошо знают. Они поставили слой черного льда, на котором буквально написано мое имя. Прямо как арестантская роба, сшитая по заказу. Я сделаю все, чтобы не оказаться там снова. Так ты знаешь, как можно мне помочь? В Микоши я смогу создать твой конструкт с помощью душегуба, а затем отделить твою нейронную сеть от сети Джонни. После этого я имплантирую твою энграмму обратно в тело. Погоди, то есть, чтобы меня спасти, надо сначала меня убить? Твое сознание, нейронные энграммы, будет записано в виде данных. Остальное перестанет существовать. Остальное? Душа. Те, кто назвал мою программу душегубом, точно отразили суть того, как она действует. Сука, я даже слушать не хочу эту лабуду. Ви просто вернется в свое тело, правильно?
ничего не изменится. Все изменится. Ты это хорошо понимаешь. Ладно, план у нас есть. Как ты собираешься проникнуть в Микоши? Это не получилось даже у моих армий. Так в этом как раз и проблема. Ты создавала их в сети. А мы делаем ставку на человеческий фактор. Мы найдем людей и пробьем окно в Микоши. Джонни немного приукрашивает факты, если ты не заметила. Я понимаю, ты ему не очень доверяешь, но даю слово. Мы проложим для тебя безопасный путь в Микоши. У меня и у человеческого фактора есть что-то общее. Так мы договорились? Да, мы договорились. Найдите путь к Микоши, а я подготовлю программу, которая поможет вам перемещаться в их сеть. Как с тобой связаться, когда все будет готово? Вот адрес Борды. Мы будем общаться по защищенному каналу. Альт, пока ты не ушла, нам надо поговорить. С глазу на глаз. Нет, это представляется невозможным. Класс. Даже я бы лучше не придумал. Собаки — собачья смерть. Я тоже рада такому повороту, но нам пора сваливать. Да, остался же еще этот мрачный хер. Новости про Арасаку или порнуху комментируешь? Какая смешная шутка. Ты только посмотри, что они сделали с этим районом. Если ты хочешь что-то сказать, говори. Я же вижу твою инграмму, что ты грызёшь. Я все это время разбирался, что у тебя в голове. Пытался понять, с кем имею дело. Сперва я подумал, что тебе просто не везет. Но потом до меня дошло. В чем твоя проблема? Ты просто девочка из Хейвуда, которая осмелилась погулять в паре кварталов от дома. И тут оказалось, что ты умеешь только красть у мусорщиков. Конченый мудила. А ты тупая пизда. Как знать, может, мы все-таки подружимся. Как много ты, однако, знаешь о моем прошлом. Ну, это как раз логично. Ты видишь фрагменты моих воспоминаний, я твоих. Если честно, я боюсь, что начну принимать твои воспоминания за свои. Если это работает в обе стороны, то и мне придется жить с тем, что Дэшон меня поимел. Слушай, как думаешь, а я замечу изменения? Или просто в какой-то момент удивлюсь, что когда-то их боялась? Я так скажу. Худшее, что можно сделать с человеком, это уничтожить его личность. Как тебе живется в моем теле? Ну, все или слишком большое, или слишком маленькое. О гормонах я вообще не говорю, ты гребаный пиздец. Особенно раздражает этот лаг между зрением и осязанием. Ты откусываешь кусок пиццы, а я только через 100 лет чувствую, что ты сожгла себе все небо. И еще, вот раньше я курил по сигарете раз в 5 минут, и теперь чуть ли не на стенку лезу без никотина. Короче, привыкаю понемногу, но ощущение так себе. Можешь сказать, зачем я тебе? Какая у тебя цель? Чтобы свести счеты с Арасакой. Больше ни зачем.
Нет, тебя просто бесит беспомощность. Тебе не дают слова. От тебя ничего не зависит. Что за чушь ты несешь, Ви? Когда-то весь мир вертелся вокруг Сильверхенда. А теперь всем на тебя насрать. Ладно, я скажу тебе, почему я хочу разрушить Арасаку. Но скажу только один раз. Будешь слушать? Окей. Я видел, как корпы забирают у фермеров воду, а потом и землю. Видел, как они превращают Найт-Сити в машину, которая ломает судьбы, уничтожает надежды и выкачивает деньги. Они давно получили контроль над нашей жизнью, но теперь им нужны и наши души. Да ну, не преувеличивай. Ви, я объявил им войну не потому, что меня угнетает капитализм. И не потому, что у меня ностальгия по старой Америке. Это война людей против системы, которая перестала нам подчиняться. Борьба с блядскими силами энтропии. Ты меня понимаешь? И я буду бороться. Чего бы мне это ни стоило. Придется убивать, буду убивать. Нужно будет твое тело. Я его, сука, заберу. Твою мать. Ты пока не видишь опасности, но это пока.